Всем привет, с вами Юля, и простите то, что в прошлом видео прервалось, да? Итак, продолжаем. Так, в общем-то, вот, это был обзорчик на сумочку, да? И сейчас я игрушечки показываю, которые там. Итак, мне выпало много денег. Так, это поверну я вот так вот, потому, ну, что оно вот так было, и я вот так повернула, чтобы... было ровно. Так, далее. Вот это Даша. В киндере. Почему? Да каком киндере, блин? Письме прислала тоже. Это ластик. Да, вот это. И бутик, это ластик. Дальше это собачка. Известная всем. Короче, у нее... Если головой она вертит, то у нее... Не знаю, пузико вертится. Нет, но она вертится вот. Плохо видно, но она вертится. И если вот так вот, я тут тоже буду вертеться. Я как бы вот эту собачку не очень так долго собирала, но все же долго. Далее, это вот такой вот монстрик. Его собрать вообще не проблема. Он вообще вот так вот как-то... Не знаю, как даже. Короче, вот так как-то. Вот, и туда вот так вот одеть эту головку и приклеить наклейки. И все, в общем-то, больше ничего не надо. Итак, дальше. Я думаю, вы видели. Это змейка, сделанная из пластилина для моей Клео, которая бумажная. Вот, ну, короче, вот эта змейка. Я ее сделала. И она тут такая, свиток, блин, да кто там кричит, что такое-то. Вот, это сделано из пластилина, вот такая прикольная змейка. Вот, мне она очень нравится, я сделала сама. В общем, да. И, собственно. Собственно, это весь обзор на мою сумочку. Кстати, тем, кому интересно, я могу показать, что внутри этого письмеца, как бы я покажу только вот именно вот так. Все подробно показывать не буду, потому что это видео смотрит Юлия Конина. Вот. А видно уже, что там есть. Короче, да. Я положу все это на свои места. Это было так вот. Намажу себе. Намазались. Вот видно. Вот. Прикольно, да? Ну, вот. В общем-то, сюда положим слина. Ну и, наверное, каких-нибудь конфеточек тоже положу. Вот. Собственно. Да, и вот это был весь обзор на сумку. Так, собственно, я планирую, знаете, что делать? Я планирую делать видео, сейчас я вот эти вот выкладываю. Вот сейчас видео выкладываю вот этим.